внимание или нет, непонятно. Следующий Аурум Клитс. Значит, ну, по крайней мере, вот социалку мы сразу увидим. Реклама будет. Я понимаю, только вот эта реклама, значит, и рефералы. Ну, давайте посмотрим. Так, ничего не пропускаем. Первые 50 тысяч участников получат сразу годовой золотой апгрейд, который стоит 35 долларов. Ну, с одним годом мы уже прочитали. 3557 юзеров и 297 сегодня. То есть букс рекламируется и достаточно активно. Даже, как я правильно понимаю, да, 4.12 выплачено. Pay за Perfect Money, Payer Bitcoin. Ну, что мы еще видим? 2017 года, ну, это все, весь низ. Давайте на Advisory посмотрим его все-таки хозяина. Aurum Clix. Итак, диагноз. Ну вот, пожалуйста. Ну, все спрятано. Этот траст, как видите, на желтом, даже на зеленый не заходит, как вот на другом видели. Это тут находится сервер, понимаете, американский, на котором стоит вот этот вот сайт. Domainage 9 дней. Ну, слава богу, хоть не поленились новый купить, понимаете. А то они покупают, в смысле, используют старые, потом сами себе. Все то же самое. Panama United States. Есть отзывы, отзывов нету. Так, смотрим рекламу. Так, реклама немножко есть. Почем у нас реклама? По это самое, по тысяче, да? 5, 2, 1. Мы сейчас ниже опустимся, вдруг будет по центу. Нет, пока. Тут тоже нет. Нет. Все в тысячных. Немножко она есть, эта реклама небольшая. Пока к сайту придраться не могу. Пока. Посмотрим дальше. Мы посмотрим. Форум есть, понимаете? Вот на тех буксах или сайтах, в которых нет форума, немножко сторонитесь их, потому что потом будете тет-а-тет переписываться с админом, а он захочет ответить, а захочет не ответит. А вот если он не ответит, или там, допустим, еще какое-то ЧП у вас случилось, ну, допустим, украли деньги со счета, да, исчезли деньги, либо вы завели, и как вот тот индус писал, а они не появились на счету из PayPal, он завел, то, понимаете, все это отражается на форуме, где вы можете все это писать, общаться. По крайней мере, да, понятно, что русские общаются с русскими, вьетнамцы с вьетнамцами. Ну, привет вот только, и пока больше ничего. Ну, есть реплаи, то есть ответы. А что пишут по ответам? Лица все одни и те же, что вот это вот, что вот это вот. Но я не имею в виду того, который там, а тот, который тут нарисован. И вот эти дубляжи, они меня как-то всегда настораживают. Что с буксами, что с людьми. Не состоялся, рисуем чужие картинки. Не состоялся, рисуем чужое имя. Пока, я бы так сказала, средней руки букс, мало рекламы, но сильно плохое, ничего не могу сказать, кроме того, что заполнен неплохо, я уже вам сказала, да, кроме того, что я не увидела у него вот тут security, но в надежде, что она все-таки должна быть, ну, не вижу, вы знаете, и в домене HTTPC, нету. Сейчас я на первую страницу кликну. Нет, нету.
Это плохо, потому что не покупая CCL, у вас могут просто воровать эти средства с аккаунта, списывая это на хакеров. Ну, дело ваше, нравится букс, можете идти. В принципе, люди тут есть, но, как сказать, проколовшись несколько раз на буксах, я на такие буксы не иду, они мне, ну, как бы не внушают доверия, что ли.